Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня не совсем обычное видео. Назовем его так. Самый лучший мастер-класс по разгрузке мозгов. Самый лучший способ отдохнуть – это сменить обстановку. Хоть на немного выпасть из привычного круговорота жизни. После отдыха начинаешь по-другому смотреть на жизнь – приходят новые впечатления, новые знакомства, новые люди. Вы уже видите на экране прекрасные пейзажи. Да, это речной круиз по Каме и Волге. Просто назову города, в которых побывала в этот раз. Это Пермь и Елабуга, Казань и Нижний Новгород, Чебоксары и Нижнекамск, Сарапул и Чайковский. Дорогие мои девочки, всех, кто видел на борту проплывающих теплоходов женщину, которая машет руками и посылает воздушные поцелуи, считайте, что это была я. Речные круизы – это мое место силы. Прекрасная природа, чистый воздух, вкусная еда, интересная развлекательная программа на борту, познавательные экскурсии. Он попросил бабулечку его испечь. Бабушка принялась за работу, а водицы ей не хватило. Побежала бабушка. Куда вечером бежать? В деревне. К колодцу за водой. Заглянула в колодец, посмотрела, испугалась бабушка, в колодце увидела луну. Побежала к деду и давай ему рассказывать. Мучи, кильха, часрах, таразана, уих, кирзеюкне. Дед говорит, бабушка, бежим скорее, там луна в колодец упала. Дед берет черпак и вместе с бабушкой идут к колодцу луну доставать. И так пытаются выловить луну. И так пытаются. Ничего у них не получается. Дед черпак не удержал. Провалился он в колодец. Разлетелись дедушка с бабушкой в разные стороны. А когда поднялись, они в небе увидели луну. Дед расстроился и говорит. Эй, Тамажа, щаку и хакиль. Дещак сахурашенчи, чудо булдар дезе. Ты дай марамана, вещь все гаре. Ах ты шельма, на луну ругается дед. Я ж тебя, луна, у себя в избе на стене хотел повесить, чтоб для меня светило. А ты взяла и на небо улетела. С тех пор дедушка с бабушкой луну в колодце точно больше не видели. Они видели ее на небе. А в колодце что они видели, друзья? Отражение луны они видели в колодце. В Чувашии говорят, юмагайт легенцем. Матурзем, что в переводе с чувашского означает «вот и сказочки конец». А кто слушал, молодец! Тогда будь Сириил Дашсен. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за внимание. Сегодня мы хотим поприветствовать вас на чувашском языке. Юрлатпур, юрлатпур, юрейхи тренигура. Ташлатпур, ташлатпур, ташихи тренигура. Чуваш шерезинче, шербин юра, шербин тажа, шербин тера. И верпулна пур улатпур.
Мы поем наши душевные чувашские песни и танцуем зажигательные чувашские танцы. Чувашская земля, 100 000 песен, 100 000 танцев, 100 000 вышивок, друзья. Мы всегда были, есть и будем гостеприимным народом. И сегодня, приветствуя вас, мы вам говорим: свои сердца мы дарим вам и приглашаем в гости к нам. Вы думаете, три человека — это не три человека, это три солнца чуваши, мои дорогие. Именно три солнца венчают древо жизни в государственном флаге чуваши, в государственном гербе чуваши, во флаге и гербе города Чебоксары, гостями которого вы сегодня являетесь. Ну а солнце во вселенной, поэтому вселенная у нас в нашей национальной вышивке представлена в виде квадрата. Дорогие друзья, и посмотрите во вселенной, вы видите, девушки вам показывают движение солнца, как они меняются, восходят, заходят, вновь выходят. Но вселенная наша, посмотрите, в вышивке представлена в форме квадрата. И квадрат, чувашская вышивка, это не вышивка крестом и не вышивка гладью. Это счетная техника вышивания. 2×2, 3×3, дорогие друзья. С лицевой и изнаночной стороны совершенно одинаково. А сейчас девушки показывают. Смотрите-ка, что это они показывают. Видите, наверху во вселенной точки. А солнышко заходит за точки, вновь выходит, снова заходит, вновь выходит. И вот девушки в национальном танце показывают, как играет солнце во вселенной, как прячется за точки. Наша великая страна. А по возвращении домой меня ждал долгожданный сюрприз. Да, это она, серебряная кнопка от Ютуба. Как вы знаете, сейчас YouTube не отправляет серебряные кнопки в некоторые страны. Но мир не без добрых людей. Моя подписчица из другой страны любезно согласилась мне помочь. И вот, наконец-то, мы встретились. Эта серебряная кнопка побывала в нескольких странах. А я вернулась из путешествия. Конечно, было бы интересно взять эту серебряную кнопку с собой в речной круиз. Ну а сейчас с новыми силами можно приступать к созданию новых швейных проектов. Шить, творить и вытворять. Огромное спасибо вам, мои дорогие зрители, за ваше внимание и поддержку. Мне часто пишут, что мои видео дают толчок к творчеству, пробуждают желание делать что-то прекрасное и интересное. Многие из вас шьют свои проекты по моим мастер-классам. Я очень рада, что мои видеоуроки могут быть вам полезными. Поэтому заходите почаще, подписывайтесь на канал, ведь я готовлю для вас новые видеоуроки. Всех люблю. Ваша Полина.